Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться моими новыми покупочками, которые я совершила совсем недавно, несколько дней назад, в разных местах. И, как обещала, я хочу вам их продемонстрировать. Значит, начнем. Первое, с чего я делала покупки, это наш любимый фикс прайс. Не так много там было покупочек, но все равно хочу поделиться, показать. Может быть, кому-то пригодится. Первое, что я купила, это вот такие вот бумажные полотенца. Всегда там беру. Они стоят 90... Нет, они стоят 55 рублей. Двухслойные, суперпрочные, идеально впитываются. Очень мне нравится, всегда у меня стоят на кухне, поэтому и вам советую это делать. Экономично по цене, расход, ну, у всех по-разному, в зависимости, сколько членов в семье. Но у меня такой минимальный расход. И такие вот марка Плуше. Такая вот марка, вот такие вот бумажные полотенчики. Очень мне они нравятся. И вторые полотенчики, которые я вновь совершила, это уже тоже не первая покупка. Это Bon Home, полотенца универсальные, вискозные, 99 рублей, здесь 80 штук. Я их всегда использую вместо тряпок. Попользовалась, выкинула. У меня никогда тряпки долго не задерживаются, отдельно тряпки какие-то я не покупаю. То есть я говорила уже это много раз, вот такие вот полотенчики, присмотритесь, тоже фикс прайс, очень классные. Тоже мне нравится. Следующее, что я там взяла, тоже всегда беру, это пакеты. Наверное, дешевле цены, чем в фикс прайсе, я не видела. 55 рублей. Здесь 15 штук, 60 литров завязками. Хорошие пакетики, очень всегда беру сразу две штучки. В быту пригодится, присмотритесь. Следующее, что я там тоже всегда беру, это вот такое вот средство для чистки канализационных труб. Homestar. Присмотритесь. Стоит 55 рублей, если не ошибаюсь. В течение 5 минут быстрый, отличный результат. Активный гель для очистки труб. Устраняет даже очень сильные засоры для всех видов труб. Классно. Всегда беру. Раз в месяц, раз в 2 месяца. На кухне, в ванне, ну, в раковине и в саму ванную. Заливаю, оставляю на 15 минут. Здесь сказано от 5 до 15 минут. Хорошо пробивает. Вы чувствуете, что засоряется? Заливаю, все пробивает, все хорошо делает. Прям классное средство. Тоже дешевле, чем в фикс прайсе. Не видела. И последнее, что я купила в фикс прайсе, это я забегала вот вчера. На фикс прайсе все это покупала, решила попробовать первый раз. Вот такое вот жидкое мыло, никогда не брала. Это мыло для рук, Анжир Ирис. Вот. Не знаю, как хорошее, не хорошее. Попробую, вам скажу. Здесь литр 250, 1 литр 250 миллилитров. Ну, достаточно такая большая, надолго хватит. Запах какой, не знаю, потому что закрыто все. Вот у меня закончится, я новое вот этот вот залью. Ну, не знаю, посмотрим, какое мыло. Обязательно скажу, в пустых баночках, так что не пропускайте ролик с пустыми баночками. Это у меня были покупочки фикс прайс. Все это я там приобрела, все, что нужно мне было для дома. И следующие мои покупки были... В одном месте, это называется, у нас здесь как база, а может быть кто-то слышал, на Мариной Роще. Я туда езжу, всегда покупаю себе что-то связанное с волосами, с окрашиванием. Ну, там много что есть, мыльное-рыльное все это, и там есть по оптовым, вообще там достаточно дешевле. Есть также по оптовым ценам, ты набираешь на какую-то сумму. И, соответственно, тебе дешевле это. Вот как раз то, что касается с волосами, я набираю на 2000, ну, бывает и больше.
И в половину дешевле, чем я пойду в профессиональный магазин, допустим, магазин для парикмахеров, и ну там будет это все дороже. Так, первое, с чего хочу рассказать, значит, даже не знаю. Наконец-то я добралась и приобрела себе для окрашивания, потому что корни уже у меня отросли, надо краситься, красочки нема. Наконец-то я это сделаю. Я уже говорила, что окрашивание у меня идет в два этапа. Первый — это осветляющий момент. Я осветляюсь вот таким вот препаратом от марки Вэлла, блондор. Для любых техник блондирования, кто парикмахер или как-то с этим связан, хоть минимально он понимает, о чем я говорю. Кто это вообще в этом не разбирается, лучше не повторять и ничего не делать. Обращаться к своему мастеру. Soft Blonde здесь. Ну, мне нравится им осветляться, потому что он на масляной основе, он щадящий. Здесь 200 миллилитров, вот такой вот тюбичек. Ну, мне хватает, бывает на 2, бывает на 3, в зависимости, что я хочу, что я делаю, насколько отросли мои корешки. Как бы мне хватает, ну, 2 раза минимум, бывает, что и на 3 растягиваю, да. Присмотритесь, очень хорошая марка Вэлла, мне нравится. Ну, соответственно, как я сказала, в 2 раза дешевле, чем у нас в магазине профессиональном. Это я осветляюсь в первую очередь, и потом я уже делаю тонировку, окрашиваюсь. Уже давно я окрашиваюсь вот такой вот красочкой Игора. Это доступная, экономичная краска, бюджетная, так сказать. Игора Роял, Шварцкоп. Здесь у меня в номере 9.1. Беру только чисто из-за цвета, девочки. Это блондин Сандре. Очень классный оттенок. Классно смывается. Когда смывается, никакой желтизны у меня не вылазит. Вот мой цвет, который окрашенный. Очень красивый, очень такой перламутр. Ну, красивый. Это невозможно описать. Не знаю, ни в одном еще. Много красителей я пользовалась, не раз говорила, что я по профессии мастер, и поэтому в большей степени я колорист, ну и, конечно, стрижки и все остальное. Очень много на это я и училась в свое время. И мне нравится эта краска, может быть, не как качеством, как вот этот вот цвет. Очень мне сильно нравится, по крайней мере, для меня, мне это устраивает. И вообще в последнее время они изменили что-то там в краске, что она стала намного мягче. Раньше она была жестче. И я приобрела аж 3 штуки. Потому что цена очень маленькая. Я взяла за 180 рублей. У нас в профессиональном магазине стоит 350, если не дороже, 370, вот так. Но это я все беру на вот как раз этой базе. Дальше, что я приобрела для волос, это после того, как у меня начинает смываться тонировка, краситель, я поддерживаю вот таким вот шампунем. Наконец-то я его застукала в литровой позиции. Это тоже марка Шварцкоп. Там есть 250 миллилитров шампунь. Это литр у меня. Ну, литр намного дольше хватит. Тоже очень мне нравится, тоже пользуюсь очень давно. Это шампунь оттеночный, Silver. Называется Silver, да. Вот он такой вот фиолетовый. Да. Ну, вы не бойтесь, это фиолетовость не такая на волосах остается. Она поддерживает вашу тонировку, и он такой прозрачный, жемчужный. То есть там ни серости, ни фиолетовости, ничего нету. Прозрачный, жемчужный, очень красивый цвет. И меня всегда спрашивают, чем ты красишься, чем ты тонируешься. А я вам говорю, просто оттеночный шампунь, и все. Ну, такой вот шампунь, и я его приобрела. И вот присмотритесь, кому может быть понравится. Можно для пробы купить 250 миллилитров,
А потом уже, если вас устроит, вы будете покупать литровую. Дальше, что-то хотела приобрести просто какую-то шампунь, ну так и не выбрала ничего, но я, повторяюсь, опять взяла маску, ну как маска, как бальзам можно использовать, значит, это из серии ламинирования, итальянская марка Hair Company, здесь 1000 миллилитров. Значит, что здесь такое? Маска, восстанавливающая на основе креатина S100. Проникая вглубь волоса, заполняет пористые участки и выравнивает поверхностный слой чешуек. Маска придает волосам эластичность, здоровый блеск, мягкость, облегчает расчесывание. Рекомендуется для регулярного ухода за волосами или общего лечения волос, нанести на вымытые волосы и, ну, и так далее. Можно подержать и 5 минут, можно сделать как маску и ходить с ней там хоть полдня, хоть целый день, вреда никакого не будет, обмотаться еще чем-нибудь тепленьким, шапочку одеть. Можно использовать как маску, допустим, там поэмульгировали и там сколько там, 1-2 минутки, можно на 5 минут, все от вашего желания зависит. Маска мне очень нравится, всем рекомендую. Это профессиональная линейка, вообще то, что я сейчас показываю, это все профессиональное. Очень рекомендую. И что хочу сказать, что волосы вы свои восстановите, волосы вы свои не узнаете. Очень облегчает расчесывание. Действительно, все, что заявлено, это есть. Я вас уверяю, тем более там, допустим, ну, как и блондинкам, как и там, я не знаю, темненьким девчонкам, шатенкам, там, любым. Но тем более блондинистый цвет, милированный, осветленный, очень сильно восстанавливает. Классно и на себе было испробовано, потому что один раз меня очень сильно сожгли, и я хорошо восстанавливала. Вот. И давно я ей не пользовалась. Я показывала, что я пользовалась масс-маркетом. Я меняю то масс-маркетом, то потом профессионально. Вот я все-таки купила вот эту вот литровку. Она с такой вот дозатором таким идет. Надолго хватает, много. Расход минимальный. Вообще классная штука. Очень-очень классная. Вот. И здесь запах у нас идет. Очень приятный запах. Я напомню себе, какой запах. Ну, это хорошая маска. По крайней мере, не такие дорогие цены. Там, не как там L'Oréal, Label, Chi. То есть такие вот. И второе, что-то я прошла здесь по Шварцкопу. Ну да, мне нравится. И следующее, что я для волос приобрела повторно, мне понравилось в прошлый раз. Это тоже Шварцкоп. Это у нас кондиционер-спрей 200 мл. Как мой мастер говорит, для лентяев. Ну, кому лень делать постоянно маски какие-то либо. То есть побрызгал на концы и вуаля! Классно расчесывается, легко укладывается, все лежит, все не топорщится и все классно. Оно двухфазное, надо сбрызгивать, запах классный. И просто на конце сбрызгиваете, и все замечательно. Расход тоже минимальный, много не надо наливать. Ну, классная штучка, присмотритесь, мне понравилось. Я еще хотела купить, ну, в следующий раз отложила, потому что скоро туда опять поеду. Мне надо будет сделать закупочки для моей мамы. Скоро я поеду к ней в гости, в отпуск, и я там все закупаю, там химию делаю, стригу ее, она ждет меня, вечно обрастает, потому что лучше для нее мастера нет. Вот, и я там присмотрела в Капусе тоже такое же средство, оно чуть подешевле, и кажется, да, там не литровый, 500 миллилитров. И тоже классно, надо попробовать обязательно. И потом вам скажу, когда куплю. Это все, что касается волос. Я наконец-то все это купила. Слава богу, теперь вот на днях скоро будем красить, закрашивать корешки. И следующее, что я приобрела, там есть отдел с парфюмерией. Я уже не раз говорила, что я там тоже закупаю парфюмерию, потому что она там дешевле, чем в Литуале, Ривгош, Эльдебате, Золотое Яблоко и так далее, потому что я знаю, как это все состоит, как это все наценивается, какая делается наценка,
как это в 2 раза, в 3 раза, ну, в 100% это точно. И я уже испробовала, я там не раз покупаю девчонок, там есть и тестеры, есть и полностью упакованные, все оригинальное, все официальное. Ну, кто знает это место, приезжает. Даже приезжают поставщики, ну, как не поставщики, вернее, а приезжают люди, которые потом это, ну, продают в своих там мини-магазинчиках, делают крутую наценку и продают. Вот так, да, поставщики все одни и те же, что и в Летуаль, или в Ривгош, поэтому как бы в этом, как бы, я знаю, качество у них классное. Первое, что я приобрела, это тоже повтор, коробочку уже выкинула, для мужа, наверное, будет отсвечивать, не будет видно, это Армани, Джорджо Армани, Аква Диджо, оригинальная такая, да, у них крышечка, да. Здесь у нас идет 75 миллилитров, очень хороший запах, он и здесь есть и древесинка, и сладость, и свежесть, для лета вообще классно, держится изумительно, шлейф изумительный, ну, по крайней мере, на моем муже, не знаю, как на другом, хотя все индивидуально, у нас температура у всех индивидуально, все индивидуально, но мне классно понравилось, он хотел вообще приобрести... В Диоре Хоум там идет парфам, но он такой серьезный. Я говорю, нет-нет, давай на осень, как раз в зиму, а этот на лето пойдет. Вот такой вот очень-очень-очень вкусный запах. Попробуйте, протестируйте, может быть, вам понравится, и мужчинкам своим, половинкам приобретете. И себе, естественно, себя я не обошла во внимание, потому что очень... Очень хотела купить эти духи. Эти духи у меня уже, я им пользуюсь лет 5. Это не первая покупка. И там же, в этом же месте, тоже не первая покупка. Я всегда беру в тестере. Ну, потому что мне коробка не нужна, чтобы не переплачивать. Тестер там чуть подешевле. Мой любимый, знаменитейший, давнишний, классический Ланком. Это Lancome Miracle, здесь 100 мл, Made in France. Это, кстати, тоже, да, Made in France? Кто это у нас парфюмированный? Armani, да, Франция тоже. Вот. И вот, такой вот такая вот коробочка в тестере. Все здесь описывается. Все, нумерация, все сохраняется. Поэтому как бы все нормально. Держу в коробке, потому что солнцелучи, чтобы не падали. Ну, как бы, ну и вам показать, и чтобы не падали лучевые лучи солнца на бутылек. Вот такой вот бутылечек, 100 мл, такая вот водичка розовенькая. А это классика, там есть еще другие у них. Ну, после этой классической, она уже давно выпущена, что-то, наверное, с 2012 года, я не помню, сейчас точно не могу говорить. У них еще есть другие. Ну, вот такая вот металлическая крышка. Девочки, это моя любовь. Любовь. И ничего более я лучшего, альтернативнее не могу найти. Что я только не пробовала. И в этих, в нишевой парфюмерии, ну, нету. Для меня нет. И постоянно я возвращаюсь к ним. То ли это лето, то ли это осень-весна, то ли это зима. Он всегда благоухает. Ну, конечно, зимой поменьше, потому что холодно, мороз. Но летом, осенью, весной это просто на ура. Ой, ну я не знаю, просто я готова ему петь оды, оды, оды. Это просто моя любовь. Это, наверное, всегда я буду им пользоваться. Мне, конечно, нравится... Все, я вот думаю, размышляю, приобрести Jo Malone Pion, там тоже мне понравился запах, но этот более стойкий, чем Jo Malone, и, конечно, он дороже Jo Malone, вот. Но, допустим, здесь, я как-то в одном из роликов говорила, какие там ноты, поэтому повторяться не буду, но это... Просто здесь для меня и свежесть, и сладость, и какая-то вот воздушность, окрыленность. Он поднимает мне настроение. Но он просто классный, шлейф изумительный,
все его чувствуют, и вообще просто он удушающий, он просто классный. Не знаю, я его обожаю. Я его обожаю, вот такая вот водичка. Попробуйте, потестируйтесь, присмотритесь, может быть, вам понравится. Мало ли. Мне кажется, этот запах, он на все, на любой возраст. Поэтому, как бы, мне очень нравится. Присмотритесь, Lancôme Miracle. И там же приобрела тестеры. Хотела попробовать. Первый тестер — это Dior Blooming Bouquet. Blooming Bouquet, да? Правильно я называю? Нет? Читаю. Вот такой вот маленький тестер. Он там стоил 79 рублей. Здесь 1 мл. Нахватило на один. Ну, на разовое использование. Понравился мне он, понравился, но это у нас парфюм, или это у нас туалетка, тоже Made in France, туалетная вода. Но, знаете, ну, как бы, я взяла тестер специально поносить, попробовать, как он будет на мне звучать. Да, я чувствовала, был шлейф, все классно, но, допустим, Miracle, он поярче, этот более упало, этот более такой понежнее и полегче. И второе, ну, покупать полноразмерку, не знаю, я сомневаюсь, потому что Dior не дешевый. И второе, что мне тоже понравилось, честно я вам могу сказать, это у нас Монталь, Кипер Фруце, это парфюм, фрукты Кипра, переводится фрукты Кипра. Я хотела, как раз гонялась за пробником, чтобы не брать уже там 50 или 100 мл, я хотела попробовать, как он будет звучать. Мне понравилось. Слишком жаркую погоду, конечно, может быть, будет поддушивать, но не вот сюда наносить. Я люблю наносить на затылок, сюда могу наносить, на руку наносить, или просто как дымка, чтобы спадала на волосы. Вот такой вот пробничек. Достаточно надолго тоже хватит, потому что много его не надо. Монталь, вы знаете, он достаточно такой сложный продукт. Терпкий, насыщенный. Поэтому, ну, мне понравилось. Да, тем более, вы знаете, на осень, на весну вообще будет идеально. Я вот так думаю. Поэтому, ну, хотя он летом тоже. Говорят, что летом нормально. И, возможно, я вот 50 мл бы купила обязательно. Поэтому, как бы, вот я гонялась за этим пробником. У них появились пробники. И я вот попробовала взять и купила их. А в принципе, сейчас так оглядываюсь, это все, что я вам хотела показать, все, что я приобрела, свои покупки, может быть, что-то, конечно, подзабыла, потому что каждый раз что-то покупаешь, идешь и забываешь это все потом показывать вам. Это все, что я хотела, конечно, вам рассказать, показать, рада была вас видеть, надеюсь, что кому-то было полезно. Поэтому всем всего хорошего, солнечного, доброго лета, берегите друг друга, будьте счастливы, здоровы, красивы и молоды. Ну, конечно, не забывайте подписываться на этот канал и ставить пальчики вверх, если кому понравился и был полезен этот ролик. Всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.